Здравствуйте, 5 дней назад мы приехали в Ларису из Москвы, и я привезла вот этот вот адениум, который мне подарила Леночка из Баку. Он пришел с большими перипетиями из Баку 3 дня на автобусе в Москву. Из Москвы Света его забрала там у человека и передала мне. Он просто роскошный, посмотрите, какой каудекс, какие корни красивые, ну просто скульптура, а не адениум. И потом летел на самолете, в общем, много перипетий пережило это растение. Но приятно уже то, вот этот листик я случайно, видимо, надломила, когда заворачивала в чемодане, что прививка пошла немножко в рост, и новые листики стали набирать рост. Леночка мне сказала полить его. Мы уже сбрызнули его эпином, но надо еще полить, наверное, цирконом, чтобы помочь. Он претерпел очень много изменений. Посмотрите, какой красавец. Он просто невероятный. Я его просто обожаю. Посмотрите, какая красота. Огромнейший. Я просто в бурном восторге. Кстати, Леночка, он передает тебе свои поздравления, что ты поступила крайне мудро, отправив его к нам. Почему, я сейчас покажу. Как вы видите, температура у нас немного отличается от пустыни. Просто ужас какой-то, но до почти 4 часов была влажность 60%. Вот сейчас солнце бьет сюда. И влажность упала немного. Но это на балконе, это неправильная влажность. Вчера было на 2 градуса больше, или на 3, почти 44. Прекрасная погода, не правда ли? В общем, Леночка, он шлет тебе поздравления. Говорит, какая ты умная женщина. Здесь подарочки от Светочки Кончуры. Вот этот дендробиум варигатный. Я его поливаю 3 раза в день, я его посадила на блок, кто же знал, что у нас будет такая страшная жара. И еще один вот так я посадила в кокос, тоже дендробиум. Я выпишу названия, Света мне их написала. Есть еще и хлорофитум, и... Ах, забыла название, очень красивое растение с красивыми листиками. Они уже дали все корешочки, все посажены. Я потом о них отдельно расскажу. Вот брасия прекрасно растет. Даже раскуклила некоторые корешочки. В общем, она себя хорошо чувствует. Семена адениум, которые мне прислала Леночка, тоже себя хорошо чувствуют. Уже все проклюнулись. Практически сбросили чехольчики. А это... мои адениумы, которым идет 2-й месяц. Вот будет 10 числа, 11 уже 2 месяца. И 4 месяца мираклю. Все они себя прекрасно чувствуют, за маленьким исключением, что сегодня я нашла паутинного клеща и пришлось обрабатывать. Вот такое маленькое видео об адениумах и об орхидеях. Спасибо!